Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Сусанна и двое старейшин. И вот, когда служанки вышли, стали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: «Вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то и не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». И закричала Сусанна громким голосом, закричали также и оба старейшины против нее. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.